С сегодняшнего дня в республике могут открыться турбазы, санатории, музеи и зоопарк. Хакасия приступила к очередному этапу снятия ограничений в условиях пандемии. Такое решение принял оперативный штаб, оценивая текущую эпидобстановку. За последние сутки еще 45 человек заразились COVID-19. На сегодня зарегистрированных случаев 2374. Таким образом, уровень распространения инфекции не позволяет полностью снять ограничения. Это значит, что рестораны, кафе, а также частные стоматологии пока не могут работать в обычном режиме. В детских садах открыты лишь дежурные группы. И уже ясно, что школьники останутся без летних лагерей, так как Роспотребнадзор считает их открытие невозможным. Но зато разрешена работа турбаз, музеев под открытым небом, санаториев, а также абаканского зоопарка. Можно проводить и экскурсии на свежем воздухе. При этом для пенсионеров еще 2 недели обязательно самоизоляция.